На этом занятии мы обсудим понятие ввода и вывода, потому что многие программы в терминале принимают что-то на вход и выдают нам что-то на выход. Однако, чтобы подробнее рассмотреть все эти вещи, нам понадобится работа с текстовыми файлами. Чтобы с ними работать, можно, конечно, запускать JEDIT, мы уже умеем это делать прямо из терминала. Однако это не очень удобно, потому что надо будет переключаться то в JEDIT, то в терминал, поэтому изучим несколько просмотрщиков файлов, а также редакторов файлов, которые можно запустить прямо в терминале и работать прямо в нем. Итак, приступим. Самый простой просмотрщик файлов называется cat. Ему передается файл, который мы хотим посмотреть, и он выводит его содержимое прямо на экран. Сразу же можно продолжить работу в терминале, потому что внизу появляется командная строка. Более продвинутый просмотрщик с большим количеством функций называется less. Он открывает собственное окошко, то есть командной строки уже видно не будет. И в этом окошке можно перемещаться по тексту при помощи стрелочек вверх и вниз, искать какие-то слова при помощи нажатия на слэш и ввода слова, перемещаться в самое начало и в самый конец при помощи G и G большой. Ну и, наконец, самое главное, чтобы выйти из него, надо нажать кнопку Q, маленькая. Важно, что все эти буквы надо вводить на английском языке, так что если у вас включена русская раскладка, то вам нужно будет переключиться. Однако ни cat, ни less не позволяют редактировать файлы. Для редактирования предлагаю воспользоваться редактором nano, которому также сообщается файл, который мы хотим отредактировать. Далее мы редактируем все как обычно, так же как и в JEDIT. И чтобы выйти, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-X. Он предложит сохранить файл, далее вы можете ввести имя или сохранить под тем названием, под которым он уже был сохранен, и закрыть этот редактор. Давайте попробуем в терминале все эти три варианта. У меня есть два файла с произведениями Пушкина, один очень маленький, поэтому его целесообразно вывести на экран при помощи команды cat. Видно, что командная строка сразу же у нас появилась, и мы можем использовать текст для чего-нибудь, например, чтобы создать файл с именем из стихотворения. Другой файл гораздо больше, поэтому для него используем просмотрщик less. Мы видим, что открылось, собственно, окошко less, то есть командной строки уже не видно. Внизу отображается название файла, который мы сейчас просматриваем. Я могу перемещаться. Нажав на G большой, перемещу самый конец. Однако никакое редактирование невозможно. Для выхода нажимаю Q маленькое. Наконец, если я хочу отредактировать файл, неважно большой он или маленький, я запускаю программу nano. Давайте отредактируем маленький файл. Мы видим все его содержимое. При помощи стрелочек могу переместиться в конец, удалить что-то, добавить что-то и, наконец, выйти и сохранить этот файл. Мы видим внизу панель с подсказками, какие сочетания клавиш что будет выполнять. Стрелочка вверх, как мы уже знаем, означает Ctrl. Если вы хотите получить помощь, нажмите, например, Ctrl-G. Чтобы выйти, нажимаем Ctrl-X. Поскольку мы изменили файл, то нам предлагают либо сохранить изменения, либо от них отказаться. Нажимаю Y, чтобы сохранить. И далее я могу либо сохранить их в том же файле, либо сохранить его в новом файле. Введу pushkin3.txt и нажму Enter. Предлагается изменить имя или нет. Я соглашаюсь. И, наконец, мы закончили редактирование. Теперь можно посмотреть отредактированный файл при помощи просмотрщика cat. Наше редактирование сохранилось. Вы можете спросить, почему нельзя использовать все время nano? На самом деле, часто нам не нужно редактировать файл, а достаточно его только посмотреть. Поэтому, если вы используете less, то гарантированно ничего не измените в файле и можете за это не бояться. Кроме того, less может открыть гораздо больше файлов, чем nano.